Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского городского округа проводит новогоднюю благотворительную акцию «Щедрый мышонок». К ней уже присоединились родители и дети из Успенской средней школы, Немчиновского лицея, Одинцовских школ номер 1, номер 3 и гимназии номер 13. Каждый желающий может сделать новогодний подарок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сбор подарков проводится до 22 декабря по адресу город Одинцово, Можайское шоссе, дом 119, второй этаж.